Сезон тихой охоты открыт. Ирина Беликова – заядлый грибник. Сегодня собрала целую корзину маслят. Ходить пешком до карьера каждый раз в ее возрасте уже тяжело. Поэтому за урожаем ездит по выходным вместе с мужем. Мы как стрела сейчас ездим. Городище, Воронино, там грибы, там клюква. И пешком ходим, а на машине вообще 15 минут, а раньше час. Обновление этого участка автомобильной дороги был необходим. 33 года она не ремонтировалась. Эта дорога прокладывает путь к 4 населенным пунктам – поселку Ватомскому, деревням Воронино, Селище и Городище. Зимой выполнялась вырубка кустарника в пределах 1 гектара, а в весенне-летний период делали выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На данный момент выполняем работы по основному слою, который заложен у нас толщиной 5 сантиметров. На тех участках, где выравнивающий слой выполнен, может быть, обратили внимание, происходит подсыпка обочин. Ремонт продлится до 31 августа. Гарантийный срок дороги 5 лет. Но при такой ремонтной одежде, утверждает подрядчик, дорога прослужит дольше гарантийного срока. Этот участок дороги в городе Бор после обращения жителей к губернатору включили в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ проверил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. Всего в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 745 километров автомобильных дорог в Нижегородской и Дзержинской агломерации. Данный участок является подъездом к 4 населенным пунктам. Для населенных пунктов он является связующим с Нижним Новгородом, поэтому, как вы видите, уже интенсивность автомобильного движения довольно-таки существенная. За 2019 год более 200 километров уже отремонтировано. На этих объектах проводится проверка и приемка выполненных работ. Дорожное покрытие планируют также обновить на участках Нижний Новгород-Шахунья-Киров, Линда-Спасская, Неклюдово-Бор-Валки-Макарьево и подъезд к деревне Шерстнево. В общей сложности в Борском районе будет отремонтировано 40 километров. Вероника Демина, Алексей Завылов. Время новостей.